Да, как ты? Я говорю, пиздец, что нахуй. Отбили, нет? Да ну нахуй. Корпусу пизда. Я знаю, мы. Хуй знает, мы нахуй походу сейчас в окружении, ну. Хуй, а выйти не дают нихуя, ну. Ну это, там все твои стягивают туда силы. Дай бог, может, я буду заебись. Не знаю, ничего не видел пока, нахуй. Хуй его знает, я тебе говорю, нахуй, стоим. Пизда, хуй знает. Мы в первый день, нахуй, подавлять прорыв поехали, как дали нам пизды, ебать. Один танчик загорелся, нахуй, ну этот. Бой дали, короче, вышли с боя. Нам на подмогу шли, их ебать пожгли там, нахуй, пизда. Да, ну у вас сейчас что там, потерь нет, ничего? Ну, 300 есть. Все будет охуенно, там сейчас наши силы бросают, чтобы разомкнуть, нахуй, кольцо. Да все, там нехуй размыкать, корпуса нет. Да и там есть они, там есть, Вань, есть они. Ну хуй знает, дай бог, мальчишка, дай бог. Там есть, Вань, там есть, нахуй, ну, там наши в плен въебались, там с нашего полка артиллеристы. Да? Да. Я же тебе говорю, вот как прорыв был, нас кинули, мы самые первые в пиздарец попали. Заскочили, нахуй, все, нам, нахуй, пехота отступила там. Угу. Говорит, ебашьте, пацаны, там все, что движется, мы заходим, нахуй. Нам сказали, первый поселок пустой, мы зашли в него, нахуй. Покрутились, покрутились, понял? В посадку встали, только выскакивает мой танк. Просто у нас два выстрела с РПГ, ёб нахуй, ты пиздец. Потом выстрел, короче, нахуй, говорят, подбит танчик, горит нахуй. Загорелся танчик, ну не мой, соседний. Угу. Мы его прикрывать там, давай хуярить, хуй пойми. Там не поймешь вообще, ну, сам понимаешь, зеленка, хуенка, хуй пойми, откуда вспышки, а не вспышки. Угу. Пока отходили, еще там на ним наебуривали. И вот мы только вышли оттуда, нахуй. Потом вышли, поднялись на высотку, смотрим. А мы, короче, получается, зашли, а слева и справа фланга уже техника шла, короче. То есть мы вглубь продвинулись, нахуй. Они по дороге, не по дороге пошли, а по полям, слева и справа. Они начали замыкать, нахуй, да? Да, мы только выскочили оттуда. Там и минометы по нам, и арта, и вся хуйня. Мы только поменяем позицию, понял? Переедем, центр 5, нахуй, поменяем позицию, по нам хуярят. Опять поменяем позицию, по нам хуярят. Я говорю, надо выходить, нахуй, а то мы сейчас в кольцо въебемся. Начинаем, выходим, смотрим, колонна идет, шла на нас, короче, на помощь. Ага. Смотрю, пизда прям, ну, танчики, хуянчики, все горит, братан. Башни взрываются, и ах-вах-вах, как мы вышли оттуда, я хуй знает. И вот, нахуй, отъехали немного, километров 6-7, нахуй. Сказали закрепиться, закрепились, нахуй. Просто, нахуй, какая-то хуета прилетает, ракета, ебак, там, пацаны, нахуй, просто тут же их нет, нахуй. Прям вот, нахуй, в 10 метрах от на моих глазах. Ну, все бы, хуй бы с ним, просто мы пока стояли, нахуй, съебалась сначала пехота, а потом твой спецназ охуенный ушел.